Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. CSGORAN, уля-ля, что за сайт? Ну тут вряд ли кто-то знает эту историю. Я молод, и вот я сидел на диване, и был какой-то показ мод на MTV. И в итоге я смотрю там на этот показ мод малой, ну года 3 мне. Или нет, побольше, лет 5, наверное. Уже разговаривал. И мама подходит ко мне, и я говорю: мам, у меня что-то с писькой происходит. Это я маме сказал. Да, у меня была такая история, это мама рассказала. Ой, пожалуйста, хватит, ну перестань. Вы же хотели кринжовую историю, блядь. Я рассказал. Не надо.